Артемовская городская прокуратура информирует граждан Артемовского городского округа о продолжающейся ситуации, связанной с серыми зарплатами, разъясняя те последствия, которые влечет факт незаконной оплаты труда. Достаточно сложной на территории округа продолжает оставаться ситуация, связанная с серыми зарплатами. Стремясь уйти от исполнения части обязательств перед работниками, работодатели вводят трудовые отношения из сферы правового регулирования. Трудовой договор с работниками не оформляется, оплата труда производится неучтенной наличностью в конвертах, либо в размере ниже минимального. В результате бюджеты и небюджетные фонды недополучают доходы в виде единого социального налога на доходы физических лиц, ущемляются экономические интересы государства. Работники, задействованные в серых схемах, лишаются достойной медицинской помощи в случае потери здоровья. Проблемными становятся вопросы их дальнейшего пенсионного обеспечения. Кроме того, зачастую при увольнении работника, получающего заработную плату в конверте, окончательный расчет производится на основании официальной зарплаты. В этой связи работники обращаются в суд о взыскании недополученных денежных средств. В обзоре судебной практики по указанной категории дел суды обращают внимание на следующее. Серую зарплату нельзя считать законной оплатой труда. Работник, который получает заработную плату в конверте, не сможет доказать в суде факт того, что работодатель ему не доплатил. Судьи считают, что выплата неофициальной заработной платы не порождает каких-либо позитивных юридически значимых последствий как для работника, так и для работодателя. Так, заработная плата, которая выплачивалась в конверте по устной договоренности, не подтверждается наличием дополнительного письменного соглашения к трудовому договору об увеличении заработной платы. Такие доказательства, как показания свидетелей, справка работника о средней заработной плате для банка в целях получения кредита, не являются допустимыми. Вместе с тем, ведомость выплаты серой заработной платы является весомым доказательством в случае, если работник представит ее в суд. На основании изложенного обращаем внимание работников на оформление трудовых договоров и заключение дополнительных соглашений об увеличении заработной платы до фактически получаемых размеров с целью избежать судебных разбирательств в будущем.